Вот такими сегодня посылки пришли. Я еще, ну, как всегда, самый маленький. Я даже не знаю, что здесь. Подозрение, конечно, есть. Чего? Это клапаны. Зачем их заказал? Может, случайно заказал? Клапаны. Да, маски. Ну, сейчас принято ходить везде в масках. Вот вверху, скорее всего, я поставлю ссылку на этот ролик. Даже не ожидал. Мне казалось, что я заказал маску. Ладно, бывает такое. Интересно, что здесь. Ну, бывает, заказываешь что-нибудь вроде нужное. Это что такое? О, наконец-то пришло. Это кабель зарядки для моего телефона. Здесь они уж очень дорогие. Ссылку дам в описании на него. Я думаю, что как он открывается. Я думаю, что у нас как замочек. Ну, в принципе, можно и порвать. Ни к чему. Самый пакет. Наконец-то. Не буду таскать везде. Кстати. Довольно хороший по качеству, мне кажется. Здесь усиление такое стоит, чтобы не гнулось. Обычные кабели здесь ломаются на стыке. Ого, у нас окно там метель. Так. Снег идет. Сейчас попробую проверить, идет ли зарядка. Ну тут у меня. О, он даже светится. Кстати. Не дотягивается немножко шнур. Сейчас я попробую что-нибудь сделать. Вот, светится зелененьким. Так. Так, подсоединяем. Все, заряд пошел. Отлично. Здесь, видимо, индикатор меняется. Света меняется в зависимости от чего-то, не знаю. Уже стал зеленым. Может, так для красоты сделано. Так, ссылку на него дам в описании, на этот шнурок. Он для... Я не помню, как называется именно вот этот разъем. Он потолще, чем обычный. Так, здесь дальше что у нас? Так, здесь я не знаю. Здесь маска. О, шапка. Обычная такая. Там очень дешевая. Я такие периодически заказываю. Потому что они теряются. Запаха практически нет. Растягивается, хорошо сидит на голове. Кстати, можно себе еще одну такую заказать. Ой, четко вообще. Ссылка на нее будет в описании. И приступим к большому пакету. Тут, ага, тут что-то много посылок. Сколько я посмотрю, что у нас тут имеется. О, наконец-то пришло. Это новый нож для мясорубки. Ну, как тут проверишь? Я же не буду сейчас что-то им пользоваться. В принципе, меня есть кое-что подделать мясорубки. Так, меня хрен там еще. О, кстати. Ножи очень острые, кстати. Очень острые ножи. Тут видно невооруженным глазом. Ладно. Поехали дальше. О! Варюшки. Ну, если кто не знает. Некоторые, кстати, подписчики все-таки знают меня. Я не знаю, что я на велосипеде зимой езжу. Вот я для этих целей купил такие варежки. Кстати, варежки-перчатки. Зачем? Там пальцы внутри, они входят туда как перчатки. У каждого свой, как говорится, как говорили в детстве, домик.
которые цепить. Ну, не знаю, блин. Хотя я читал об отзывах, что там такое. Зачем это? Потому что варежки, да, отдельно, без перчаток. А может, они как-то... То теплее намного. Так, это я уже оторвал здесь что-то. Так, я думал, может, они как-то вытаскиваются, становятся перчатками. Но нет. Вот. Фирма здесь. Запаха никакого нет. Но чувствуется, что теплые, довольно-таки теплые. Тут даже... О! Это реально, вот там, когда инструкция какая-то, руки там сидят, я скажу, что если я нахожусь на кухне, окно открыто, тут довольно-таки прохладно. Руки сразу, рука становится очень жарко. Так. И что у нас тут осталось? Осталось у нас тут ножницы. О, вот они, маски. Тут 100 масок по 6 рублей, кажется, я заказывал. Да, ссылка идти на описание. Сейчас посмотрим, что тут у нас за маски такие. Ну, они как медицинские. Но у медицинских есть такой свой запах. Так, здесь у него все интересно. Ну, что-то здесь у него запаха-то вообще нет. Очень слабенький. Это наш отечественный. Мне кажется, ну, все уже сели, все знают, такой запах устойчивый здесь. Очень слабенький. Может, какая-нибудь другая пропитка, я не знаю. Я не разбираюсь у меня. Другие маски. Вот такие у меня сегодня распаковки. Кстати, довольно интересные. И нужные как раз пришли, они все вовремя. Пупырка. Так, что мне особо понравилось-то? Я уже забыл, что первые пришли. А, то, что шнурок пришел для зарядки, варежки. Варежки могли бы еще и подождать на почте. Потому что еще особых холодов нет. Так, маски. Вот, конечно, вот эти клеммы для масок. Может, я не прочитал в описании, что идут клеммы отдельно. Сейчас посмотрим, что здесь. Ну да, тут фильтры такие вот. Клеммы. Вот они. Видимо, защищают от пыли. Ну, это говорит от вируса. Вот, ну. На этом я прощаюсь. Там еще впереди посылки будут. Так как сейчас не сезон снимать что-то на природе. Вот можно, конечно, что-нибудь поснимать снегопад. Но там плюсовая температура. Плюс 2 где-то градуса. Так что снегопад падает, и тут же снег падает, и тут же тает. Так, это такой сюрприз, я тут посмотрел до конца. Ну, вряд ли такие есть. Вот у нас такой снег идет. Мокрый. И тает. У нас уже снег выпадал довольно... Много осадков было в виде снега. Ну, сейчас они уже все растаяли, весь снег растаял.